катались, сноубордист. Ну, вот здесь сложно ехать. Конечно, на каждой опоре. Вид жалостливый, такая разрухая. А? Чё? Вид жалостливый здесь. Почему? Ну, сопка. Такой неухоженный. Неухоженный, в смысле? Ну, все валяется. Вот. Да это не валяется, даже сланник, Настя. Сланик растет. Ну, что-то мне съедут. Может, просто поехали посмотреть. Вот про эту скалу они говорили, мешало. Там проезжаешь прямо лыжами цепляешься за скалу. Старая канатка молчи не стоит, блядь, не работает. Берут еще. Давай откроем эту. Я так-то просто ее открою. Слазь, вон дядя Вася сидит. Вон дядька. Привет! А я привет, вас не узнал, здравствуйте! Здравствуйте, с праздником вас! Что, датский пас вам? А? Датский пас? Не надо? Не, не надо, у меня есть. Есть? Я потом, когда кататься буду уже реально. А вы так... Ну и просто я пойду первый раз на морозке наверху. Правильно, будем посмотреть, как... Ну, сейчас, как в городок сходим туда. Надо было фотоаппарат взять, камеру. А вот же, вот же. Я же почему, значит как-то запись-то идет. Видео все есть. Не, чтоб ты так вот стояла.
Ну и что? Это не обязательно, Свет. Темновато будет. Смотри. Пойдем туда, на солнце. А вот лучше, Настя, а вот лучше сюда, выше. Пойдем? Да, на повторе стоит, наверное. Не, я сначала так сделаю. А меня щелкнешь тоже. А? Забыла, что я в очках. Вот нормально. Все, нормально? Угу. Давай! Ну, морозно здесь, да? А? Морозно. Да, ну, ветерок. Ну, 9, да. Ветерок. Ветерок, ну. А ты что без лыжи? Просто так? Да, что? Не, он ее поднял, ну. Я тоже покатался на лыжах здесь. А покатался? С сыновьями. Я на детской был. Сегодня за ровня машину забрал. Вообще-то с отцом вообще был. Что? Чего не знаю, болеет. Опять болеет? Вообще, он и не переставал. Вот так немножко вот сходил сюда, в коне свои, и снова. Да он просто не долечивается, да. Не встает. Да, не поеду. Нет. Поедете, нет? Нет. Валя, я тут хотел сказать, что это вы так? Не, рано. Только приехали, уже поехали. Пошли, наверное. Сейчас мы, наверное, вернемся. Старый стартовый городок был раньше. Соревнования отсюда прям начинались. Тут разгоняются, и вот первое плечо, там вьюх, улетают и пошел. Вон городские сопки. Это как она? Мишенная сопка, вон она. Видишь, прям город тут. Мишенка.
дальше можно посмотреть. Пойдем туда на помост. Заходи туда, проходи. Можно подниматься с собой мангал, который в сумочке. Ага. Шашлык жарят здесь. Зачем? А зачем? Вулкан хочу снять. Вот им здесь еще, они летом хотят здесь бар строить. Ну правильно. Летом что-то работает. А что, ну сел да поехал. Какая проблема. Стройматериал также на ней поднять. Почему? Ну выгодно. Выгодно. Они же для себя строить будут. Не, я так не возьму тебя. Оттуда? Ты просто меня, не обязательно. Ну, встань нет. Сюда вот, против солнца надо фотографироваться, а не под. Ну, так, ага. Он шарик. Он железо. Маленькое. Между стопочек стоит. Дальше наша дача. Коряки отсюда видно. Все видно. Всю долину. Ну, люди дома которые строят, он видишь, да? Вот видно прям реально, что здесь. Бинокль раз посмотрел, где сын там катается. А что, бинокль реально, прям вот будешь стоять рядом. Просто все открыто, место открытое.